Лістопад будзе холодным и, магчыма, снежным. По прогнозах синоптыкаў, на характар надвор'я ў апошні восеньскі месяц паўплывае циклон, які рухаецца з захаду. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Синоптики узгадывают, первая декада кастрычника выдалась теплой. Дзённая температура часом досягала 23-25 градусов. Але агульное уражение от кастрычника сапсовал холодный скандинавский антициклон. Например, колькость опадков на паўднёвым заходе Могилёвской области перевысила месячную норму утрая. А 26-го кастрычника активные атмосферные фронты принесли нават мокрый снег. Кастрычнік быў больш холодны, чым у мінулым годзе, і нават здзівіў нас некалькімі сапраўды зімовымі днямі. Па прагнозах синоптыкаў, цёплых рэкордаў не варта чакаць і ад лістапада. Мы ожидаем максимальные температуры уже от 0 градусов, максимальные дневные, а также осадки пока что кратковременного характера в виде мокрого снега и дождя. Затем с четверга с пятницы характер осадков изменится. В основном это уже будет снег и мокрый снег, достаточно интенсивный и продолжительный, а также усиление ветра до 15-18, местами 20 метров в секунду. У выходные Беларусь захопит циклон, який рухается до нас из Италии про Украину. Ён принесе ветер и мокрый снег. Мы тримаем курс на зиму, упевненные метеорологи. Ганна Лапо, Александр Тарасов, новини регион.